Вы попали на таинственный магический остров. Ходят легенды, что этот остров населяют странные люди, обладающие нечеловеческими способностями и практикующие черную магию. Поговаривали даже, что на острове воюют ангелы и дьяволы, местные силы против темных. Согласно сказаниям, из недр земли на остров вылезли страшные создания, принявшие облик людей и называющие себя темными. Город был на грани вымирания, захваченный этими силами. И тут на помощь с небес спустились защитники, которые начали свою войну против темных сил. Этих защитников стали называть светлыми. Война затянулась, обе стороны удерживали свои позиции и прочно их окрепли. И вдруг в одной из пещер острова появилась странная аномалия, которая ежедневно поставляла очень ценные ресурсы, простонародье называемые комплектами. Обе силы сразу же поняли, что владение этими комплектами – путь к победе, начали борьбу за них, попутно захватывая и удерживая стратегически важные территории острова. Обычные жители острова решили помочь детям, создали вокруг аномалии лагерь, сделав там базу хранителей. Они стали завозить оружие и создавать боевую технику, пытаясь защитить комплекты. Все стало налаживаться, но вдруг на остров обрушилась новая беда, страшная болезнь. Люди стали массово умирать, а потом вылезать из своих ноги совсем в другом обличье. Эти зомби были практически неуязвимы и бесстрашны к смерти. Они быстро вступили в войну и воевать стали на своей стороне, только за себя, не признавая ни свет, ни тьму. Теперь удерживать сердце все сложнее, а большая часть острова им лежит в ночь. И вот в такой непростой момент на острове появляетесь вы. У вас нет денег и оружия, для всех, кто вы – никто, но именно вам предстоит влиться в мир людей и достигнуть уважения среди всех сил. Если вы хотите спокойно играть и не участвовать в войне, то рекомендую вам выбрать сторону людей, пока они по-прежнему главная сила на этом острове, и другие силы с ними считаются. Но если вы не боитесь проблем и готовы к тому, что вас будут убивать, ломать машины и срывать квесты, то вступайте в борьбу за светлых, темных или зомби. Однако помните, какую бы сторону вы ни выбрали, как детство жить на острове по людским законам. Опыт и уровень. Выполняя квесты, вы получаете опыт. Также за каждый час, проведенный в онлайне, вы получаете плюс 1 очко к уровню. Набрав нужное количество опыта, вы апаете свой уровень. Чем выше ваш уровень, тем больше у вас возможностей и стойкости. С определенного уровня вы сможете поймать боевого питомца, который окажет вам отличную помощь. Владение магией также зависит от вашего уровня, поэтому не ленитесь работать на благо острова. Выполняйте квесты. Война войной, а обед по расписанию. Остров нуждается в продовольствии, и потому все люди помогают ему в этом, выполняя квесты. За каждый квест вы получаете награду в виде опыта, денег и полезных предметов. Их можно посмотреть в своем инвентаре. Вы не можете выполнять одну и ту же работу очень часто, поэтому, чтобы взять повторно квест, вам необходимо отдохнуть. Отдых считается исключительно в онлайне. Работ на острове очень много, поэтому вы можете выбрать ее по своему вкусу. Для поиска квестов воспользуйтесь своим навигатором. Магия. Прежде всего, магией наделены светлые и темные силы. Магическая сила и количество заклинаний зависит от их ранга. Обычные жители под влиянием этих сил стали изучать и практиковать магию, но успеха добивались лишь самые сильные и опытные люди. Поэтому, если ты хочешь стать искусным магом, набирайся опыта, выполняя квесты, а также добывая уникальные комплекты. Магия бывает мирная и боевая. Мирная магия вылечит вас и ваших друзей, поможет быстрее преодолеть расстояние и обеспечить защиту, в то время как боевая магия поможет оказать сопротивление врагам. Для того, чтобы применить заклинание, нужна магическая сила – мана. Пополнить ману можно, приобретя ее в школе магии. Добраться до школы магии можно, воспользовавшись своим навигатором. Боевой питомец.
Когда вы станете достаточно опытны, вы сможете завести боевого питомца. Питомца надо кормить, чтобы повышать его уровень. Еду можно купить в магазине или добыть на ранчо, выполняя квесты. Чем больше прокачан питомец, тем больше он дает преимущества. В критические моменты питомец может излечить вас, прибавить вам стойкости и дать свою защиту. Более опытные боевые питомцы могут дать вам оружие, делать разведку или даже самостоятельно атаковать врага. Инвентарь. У каждого жителя острова есть свой инвентарь. Открывается он клавишей меню. В нем хранятся личные вещи вашего персонажа. Это эликсиры, комплекты, медали, отмычки, золото и многое другое. Вещи можно купить в магазине «Золотая жила», получить награду за квесты, битвы и события. Магазин «Золотая жила». В магазине «Золотая жила» вы можете приобрести или обменять много полезных вещей. Именно тут можно обменять комплект, купить ранг, эликсиры, отмычки и многое другое. Для поиска магазина воспользуйтесь своим навигатором. Фракция «Темные». Из недр земли на остров вылезли страшные создания, принявшие облик людей и называющие себя «Темными». Молодая нечисть хоть и представляет опасность, но не так страшна, как опытные демоны, против которых простые люди бессильны. Поэтому на острове появились и светлые, которые помогают жителям истребить нечисть. База «Темных» находится в старом крематории. Свое могущество они черпают из комплектов, которые производят фракция «Светлые». Светлые спустились на остров с небес, чтобы помочь людям в борьбе против темных сил. Опытные ангелы в совершенстве владеют магией, а новички, послушники, используют специальное оружие. Обосновались светлые в отдельном солнечном городке. Свою силу они так же, как и темные, получают из комплектов, которые производит аномалия в секторе 1. Чтобы не дать темным могущество, а самим стать сильнее, светлые помогают хранителям защищать комплекты. Основная задача... Фракция хранителя. В одной из пещер острова под названием Сектор 1 рабочие добывали ресурсы, но наткнулись на очень мощную аномалию, которая время от времени производит уникальные комплекты. Аномалии заинтересовались сразу все силы, и добро, и зло. Темные силы черпают свое могущество именно из этих комплектов, поэтому добыча ресурсов была прекращена, и вокруг пещеры появился лагерь хранителей, защитников аномалии. В пещере ежедневно проходит битва за комплекты с 15 до 19.00 по Москве. Вступить в хранители может любой житель. Во время битвы им запрещается фракция стражи. Стражи принимают только VIP-жителей с хорошей репутацией. Перед вступлением нужно обязательно сдать сложный экзамен, сдается он куратором. Стражи получают высокое жалование, занимаются борьбой с нарушителями, помогая добрым организациям и новичкам. Звание стражи повышается за специальные значки, которые можно получить за золото. Фракция зомби. Умершие люди, которые так и не определились, за какую сторону встать, добро и зло, вылезли из своих могил в облике зомби. Зомби могут быть крайне опасны, они убивают всех, кого встретят на своем пути, чтобы накормить своего духа-повелителя, который вознаграждает их своими дарами. Зомби почти бессмертны, их можно убить только при помощи специального дробовика, который продается в магазине охотника. Будьте бдительны. Если вы выберете криминальный путь или совершите какое-либо преступление, то вас могут посадить в тюрьму острова. Срок в тюрьме бывает довольно большой, однако в ней всегда есть чем заняться. На территории зоны множество работ и интересных занятий, которые сократят ваш срок, а все заключенные имеют свой авторитет – от опущенного петуха до криминального лидера.
Вы совершали путешествие на своем самолете над неизведанными просторами океана. Ничто не предвещало людей, как вдруг... Над незнакомым островом самолет попал в непонятную аномалию. Двигатели отказали, и он потерял управление. Вы поняли, что жесткой посадки не избежать. Чудом уцелев, вы решаете, что нужно выбираться из разбитого самолета. Добро пожаловать в GTA сам сектор. Вы попали на таинственный магический... Stall out, dude!
pushing me, buddy? Watch where you're walking, moron! Hey, chill out, homie. You in a rush? Easy. What's your problem, dude? Some sort of disorder, buddy? Oh. You want me to shoot you with my nail gun? Watch it!
rats, huh? Yeah, just try that again. Do you want a black eye? You pushing me, buddy? Excuse me, dude. Watch where you're walking, moron! Thank you.